16-й международной строительной выставке участвовало 32 муниципалитета. В Солнечногорье представляли 5 кандидатов. Мы представляем свою пешеходную зону, парковую зону. И также участвует у нас там стройиндустрия, компания «Крост». В рамках выставки состоялось заседание, организованное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Зампред правительства России Дмитрий Казак отметил, на сегодняшний день в отрасли достигнуты результаты, о которых 20 лет назад трудно было мечтать. Внедряются новые строительные технологии, строятся новые, модифицируются старые заводы по производству строительных материалов. И как результат, ежегодно увеличиваются объемы жилищного строительства, улучшается комфортность, качество жилья, появляются новые современные промышленные объекты, объекты транспортной инфраструктуры. Глава Минстроя Михаил Минер сказал, Московская область – один из самых динамично развивающихся регионов России, который имеет уникальные возможности по привлечению в строительный сектор крупных инвесторов. Мы видим правильный подход, который может стать примером для многих других регионов. Мы видим проекты комплексной застройки территории в муниципальных образованиях Московской области, где четко предусмотрена не только инженерная, но и социальная и транспортная инфраструктура. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил участников конференции с профессиональным праздником и отметил, в 2014 году участников выставки стало вдвое больше, и это показатель развития региона. Сегодняшняя выставка и ее обход показали то, что облик городов, качество стройки, качество жизни человека, оно выходит на первый план. Уникальные, интересные пешеходные дорожки, скверы, парки, сады, школы, это все становится абсолютно главным в деятельности строительного комплекса. В рамках мероприятия прошла дискуссия на тему промышленного развития регионов России. В ней обсуждались также темы индустриальных парков Московской области. Не обошли стороной и Солнечногорский район. Огромный потенциал есть у Солнечногорского района, который мы хотим развить и приумножить, в том числе и за счет того, что будем развивать там индустриальный парк Есимова. Я очень хотел бы, чтобы создание индустриальных парков и логистических парков и так далее, все-таки очень серьезно учитывали мнение как муниципалитетов, так и людей там живущих. Строительство индустриальных парков в Солнечногорском районе, кроме того, позволит трудоустроить местных жителей. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».